Дом аварийный. Почему не расселяют? А кто знает? В газете написали, что дом такой-то признан аварийный. А что дальше? Когда он был признан аварийным? В 2019 году, да. Не расселяют, потому что администрация вынесла распоряжение, что расселение нашего дома будет проходить в декабре 2022 года. До декабря 2022 года, ну, в этом году, вот через полгода, там сколько там месяцев осталось. Там все рухнуло, то есть ни лестницы, ни двери, ничего нету. То есть все развалилось, все разрушилось. Когда это развалилось? Это вот по весне, в этом году, вот буквально, ну, может быть, с месяца назад. Дерево упало у нас в том году на крышу. Вот как лежит так дерево, так или оно и лежит. У меня двое детей. Выйти страшно, с детьми гулять, сам видите. Тут и того и дело, кирпичи сыпятся. Вот эта половина дома, признана это самое по суду. Вот у нас вот эта ниша расположена в помещении, тут владелец. Он в свое время в 2008 году снес все перегородки, и у нас провалились это балки перекрытия, это называется, полы провалились. И поэтому за аварийность вот этой части дома виноват вот этот товарищ, который это был собственником. И когда я въезжала сюда, говорили, что дом скоро расселят, и последний год живете. Вот в следующем году вас расселят. Мы уже чемоданы собирали, потом бросили. А теперь я даже и не верю в то, что в 2022 году расселят. Лето начнется, не знаю, что тут будет падать. До расселения точно не доживет.